Приветствую вас, дорогие зрители и подписчики. Перед просмотром хотелось бы попросить, чтобы вы поставили лайк и подписались на канал. Приятного просмотра. Кудрявцева попала в реанимацию. Телеведущая Лера Кудрявцева находится в реанимации. Светскую львицу экстренно госпитализировали. Звезда находилась на съемочной площадке. В какой-то момент ей стало плохо. Ведущие вызвали скорую помощь, которая ее доставила в больницу. Кудрявцева опубликовала в своих соцсетях фото, отметив, что она находится в реанимации. По ее словам, сотрудники медучреждения пытаются выяснить, что с ней произошло. Знаменитая блондинка лежит под капельницей. Она напугана. В феврале Лере уже приходилось проходить лечение. Кудрявцева упала с лестницы своего загородного дома и сломала крестец. Телеведущая призналась, что вместо 3 недель покоя выдержала только 2. Она скорее хотела вернуться к съемкам, так как скучала по любимой работе и коллегам. Позднее Кудрявцева поделилась подробностями госпитализации. Сейчас здоровью телеведущей ничего не угрожает. Новость об экстренной госпитализации серьезно напугала поклонников Леры Кудрявцевой. Да и сама телеведущая не скрывает, что была в ужасе, когда оказалась в реанимации. К счастью, сейчас знаменитость находится под тщательным контролем врачей. В своем инстаграме Лера решила рассказать, что же все-таки произошло. Оказалось, что во время съемок телеведущая почувствовала себя неважно, боли в груди, тяжелая и затуманенная голова. Дополнительный стресс звезда испытала, когда поняла, что ее увезли на скорой помощи с мигалками. Ощущение, что все, приплыли, поделилась своими переживаниями Кудрявцева. Однако сейчас ее здоровью ничего не угрожает. Более того, результаты многочисленных обследований показали, что она здорова. Кудрявцева предположила, что причиной ее недомогания стали высокие нагрузки, нервы и стресс. Однако, похоже, расслабляться пока все-таки рано, потому что телеведущая решила заинтриговать поклонников, заявив, что ночью в реанимации произошло нечто такое, от чего она чуть было не схватила инфаркт. Но об этом Лера пообещала рассказать чуть позже, а пока она восстанавливается и набирается сил. Напишите свое мнение об этом в комментарии. Обязательно поставьте колокольчик и подпишитесь на канал, чтобы не пропускать свежие новости каждый день. Спасибо за просмотр!